обращаюсь к общественности, прошу общественность поддержать меня в такую трудную минуту. Сотрудники КНБ возбудили уголовное дело против матери-одиночки, сфабриковали уголовное дело по статье 174 от 2 до 7 лет лишения свободы. Я обращаюсь к общественности, не будьте равнодушны. В моем положении может оказаться за то, что я по WhatsApp сделала пересылку, на меня возбудили уголовное дело. Там в этой статье ничего не было угрожающего обществу. Там были исламские тексты. И за это сотрудники КНБ преследовали за мной. И узнали, где я живу, где я работаю, пришли ко мне с обыском. В 7 часов утра задержали меня прямо у двора и обыскали меня и все мои личные вещи. И обыскали у меня на квартире, все перевернули и забрали меня в КНБ. И там они угрожали мне, что если я дам показания, закроют меня до суда. Ну, я, что я доставляла по WhatsApp исламские тексты, но там ничего не было угрожающего обществу. Там было слова из Корана и Сунны. Там не было ничего угрожающего обществу. Я прошу общественность поддержать меня. Дело в том, что я сама одна с помощью Аллаха зарабатываю честным трудом, воспитываю дочь и содержу свою семью.